Несколько пляжей на востоке Сиднея в четверг закрылись для публики из-за гибели одного из отдыхающих в результате нападения акулы. Это первый смертельный случай подобного рода в здешних водах за почти 60 лет. Возле места нападения установили специальные ловушки для акул, а над поверхностью моря запустили беспилотный летательный аппарат, который занялся поиском опасных морских хищников. Атака произошла в среду на пляже Little Bay Beach, расположенном примерно в 20 километрах к югу от крупнейшего австралийского города, у входа в залив Ботани. Полиция пока что не раскрыла личность погибшего. По словам сотрудников правоохранительных органов, виновницей гибели человека, скорее всего, стала большая белая акула длиной около 3 метров. Местные жители были потрясены произошедшим. Это стало полным шоком для нашего сообщества. Наши пляжи – это наш задний двор, и трагическая смерть в таких ужасающих обстоятельствах – это огромное потрясение. Очень жаль, что человек погиб, но это риск, на который мы идем, плавая в океане. Это дом акул, они там живут. Мы земные обитатели, и каждый раз, заходя в воду, мы рискуем жизнью. По данным властей, последний раз нападение акул со смертельным исходом произошло здесь в 1963 году. Местным жителям временно запретили заходить в воду, несмотря на жару в 30 с лишним градусов Цельсия.